Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 25 на странице 12 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте диалоги, назовите сказки. Здорово, добрые молодцы. Здравствуй, дедушка. Куда путь держите? Едем мы с поганым чудом биться, сражаться, родную землю защищать. Это отрывок из сказки «Чудо-юдо». Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Ой, тепло, голубчик Морозушка. Этот отрывок взят из сказки русской народной «Морозка». Определите вид предложения в диалогах, подчеркните обращение. Обращение – это тот, кому обращена данная речь. Здорово, добрые молодцы. Обращение к добрым молодцам. Подчеркиваем. А предложение это является повествовательным, восклицательным. Здравствуй, дедушка. Обращение к дедушке. Предложение является повествовательным, восклицательным. Куда путь держите? Это вопросительное, не восклицательное предложение, обращения здесь нет. Едем мы с поганым чудом-юдом биться, сражаться, родную землю защищать. Повествовательное, не восклицательное предложение. Обращения нет. Тепло ли тебе, девица? Обращение есть. Это девица, и предложение является вопросительным, не восклицательным. Тепло ли тебе, красная? Обращение в данном случае девица названа красной. Это предложение является вопросительным, не восклицательным. Ой, тепло, голубчик Морозушка. Обращение к голубчику Морозушку. Предложение является повествовательным, восклицательным. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.